им же всегда не хватает времени. Им не хватило 6 лет на то, чтобы закончить расследование дела. Естественно, что им и вот этих там еще 2 месяцев тоже не хватило, которые они получили после задержания Маркова. И это как бы нормально. В любом случае, все, что делается по этому делу, является абсолютно незаконным.